25 ноября 1910 года решением Барнаульской городской думы улицу Большую Тобольскую переименовали в улицу Льва Толстого. Так в городе решили увековечить память великого писателя. Сегодня в мире десятки улиц, названных в честь Толстого, но Барнаул стал одним из первых. Переименование произошло всего через несколько дней после смерти писателя. 14 ноября 1964 года в Барнауле открылся театр музыкальной комедии. Он переехал в Барнаул из Бийска, там с 56-го работал краевой ансамбль «Оперетты». Популярность и значимость его была так высока, что театр решили перевести в краевую столицу. Первым горожанам представили спектакль «Роза ветров». В ноябре 1984-го в Барнауле произошло сразу два события, которые для многих горожан во многом символизируют последнее десятилетие советской эпохи. На улице Юрина открылся магазин детских товаров «Солнышко» – одно из немногих в городе мест, где можно было купить детские вещи и игрушки, дефицитные тогда. Примерно в то же время на барнаульских улицах появились вагоны новой модели трамваев «Татра Т3М». От привычных многим старой модели это была современно угловатой, с более просторным салоном и мягким ходом. Хотя выпуск этой модели уже 10 лет как прекратился, она успешно работает на линиях, в том числе барнаульских, до сих пор.